Всем привет, дорогие друзья! И снова с вами Станислав на канале Шустрый Бум. Сегодня хочу поделиться очень вкусным приготовлением вкусного ужина. Сегодня у меня на ужин рыбка необычная, вкусная и, конечно же, очень ароматная. Начинаем готовить? Погнали! Сегодня готовлю дорадо. Очень вкусная, очень интересная по вкусу нежная рыбка. Я ее уже почистил. Осталось убрать плавнички. Вот таким образом удаляем. Единственное, что оставляю, это хвостик. Он выглядит очень красиво на блюде, поэтому хвост не удаляю. Обязательно жабры тоже удаляем. Рыбку мы подготовили. Теперь делаю два надреза. Надрезы достаточно глубокие, для того, чтобы проник вовнутрь маринад. Откладываем рыбку в сторону и займемся маринадом. Нам понадобится 3 зубчика чеснока. Нарезаем мелко. Чуть-чуть добавляю зиры. И хорошую щепотку соли. Это у нас получается сухой маринад. Берем рыбу и хорошенечко натираем, так чтобы вовнутрь попало в наши разрезы наш маринадик. Чуть-чуть тут где жабры, вовнутрь. Также нам понадобится небольшой ломтик лимона и слегка нарежем перчика, также отправим его внутрь. Отправляю лимончик и 2 кусочка перчика. Отправляю рыбу в противень. Слегка еще раз присаливаю. Также добавляю помидорки черри. Перец сладкий не будет лишним, поэтому также добавляю к рыбе. Чуть-чуть сбрызгиваю растительным маслом. Ну вот и все, друзья. Рыбка готова. Выпекать буду в духовочке при температуре 200 градусов, при конвекции ровно 25 минут. Ну что, друзья, давайте попробуем. Ах, сверху хорошо прижарилось. Вот и все, друзья. Очень легкий, вкусный, ароматный ужин готов. Пробуем. Друзья, такой сухой маринад придал рыбке просто обалденный вкус. Обязательно попробуйте. Если вам понравилось, ставим лайки, подписываемся, делимся с друзьями. Не забываем комментировать. А я с вами прощаюсь ненадолго. До следующего ролика. Всем пока.